Девушки, привет! Снимаю вам это видео с большими техническими трудностями. Мой телефон полежал в морозилке 10 минут, поскольку он просто отказывается снимать видео дольше минуты. Я, конечно же, на этой неделе должна отменить все свои дела и попасть в гарантийный ремонт. Это, конечно, никуда не годится. Итак, начинаем сначала. Сегодня у нас будет 4 завода. Если видео оборвется посередине и будет примерно нормальной длины, я его выложу и продолжу дальше. Если видео оборвется через несколько секунд, вы этого не узнаете, я такое не выложу. И, может быть, все-таки смогу довести съемку до конца. В любом случае, полные кранты. Итак, у нас сегодня американец, завод номер 2. Харьковский завод и завод номер 4. Каждого, в общем-то, я приготовила по нескольку изделий. Первое, что хочу вам показать, это два замечательных кулона. Любимая такая модель от американца. Напоминаю, это индийское серебро, несмотря на то, что оно приходит к нам из Лос-Анджелеса. $45. Был буквально пару дней назад подобный тандем. Один кулончик уже по дороге в Питер, второй еще у меня лежит. Там, по-моему, лабрадор чередуется с голубым топазом. Тут же вы видите, все идет. Сплошные голубые топазы. И здесь аметисты. Хорошие качественные камни. И подготовила я вам от американца кольцо. Кольцо с лабрадором. Что интересно, что в нем есть также голубой топаз. Тем самым можно как-то вот провести некую параллель. Это, конечно, не комплект, но все-таки что-то где-то перекликается. Само кольцо лабрадор, свечение красивое, но камень потемнее, конечно, чем в самом кулоне. Но, с другой стороны, камень более глубокий и более высокий. Кольцо $42 и размер 18,7, даже 18,8. Интересно, на второй палец оно... Нет, девчонки, 18,5, не будем экспериментировать. $42. Такая интересная модель с дополнительными камушками. Так, от Индии мы перейдем, пожалуй, наверное, к Израилю. И я вам покажу завод номер 2. Завод номер 2 у нас, собственно, здесь идет комплект, состоящий из серег, очень такая современная классная модель с золотыми накладками, 9 карат пластины золотые напаяны. Есть вот такой кулон, который можно, в принципе, например, одеть на жгут таким образом, ну либо одеть на золотую цепь, у кого есть цепи желтого золота, не красного, ну либо, конечно же, на серебряную цепь. То есть есть все варианты развития событий. Здесь у нас вставок каменных нет, только игра оксидированного фактурного серебра с такими золотыми пластинами. Серьги крупные, кулон крупный. И у нас имеется вот кольцо. Вот так интересно, оно как пряжечкой такой сделано. Вот такая красивая модель. Что в плане цен и в плане размера кольца?
Кольцо у нас на 18. Но, конечно же, оно чуть-чуть мало мерит. 17,5 все-таки. Были мы на севере у друзей. Вечером там было довольно прохладно. Даже камин горел с дровами. А сейчас приехали в Пятактикву. Жара бешеная. И я в майке хожу, как будто август месяц. Это у нас конец октября. Так, девчонки. Насчет цен на этот комплект идет у нас так. И $47 кольцо и $47 кулон. Серьги $63. Конечно же, приоритет тому, кто заберет весь комплект, но если кто-то захочет отдельные части, то, в принципе, это также возможно. Эти комплекты все разбиваются, они модулярные, можно дозаказывать, соответственно, размер кольца, который нужен. Так, это что касается второго завода. И еще я хочу вам показать серьги за $63. Они тоже являются частью какого-то комплекта, но мне пришли только одни серьги. Это всеми любимый израильский искусственный опал. Золотые на пайке в виде кубиков и фактурное серебро. Вот, ой, вот такие вот французские замочки. Кстати, я хочу напомнить, что когда-то хозяин второго завода при нашей личной встрече сказал, что если у кого-то есть необходимость поменять замок на английский, например, то, в принципе, это без проблем. Ну, не конкретно это изделие распаять, а в смысле сделать новую пару. Кто не любит такой французский замок, можно, в принципе, попросить английский. Но, на мой взгляд, французские замки самые удачные. На ушах всегда смотрится хорошо, провисает правильно, не падает вперед, и уши в них не болят. И если есть такая петелечка, они не теряются. Но опять же, это мое мнение. Можете с ним согласиться или не согласиться. Еще раз напоминаю, это пара $63. Так я расстроена из-за этого телефона, если честно. Мне настолько некогда этим заниматься, просто настолько несправедливо купить такой дорогой аппарат, самый дорогой на рынке, платить за него год выплаты, для того, чтобы он делал такие проблемы. Мой любименький Galaxy 6 работал просто изумительно. Просто батарея была очень слабая и мало памяти. Так, девчонки, $35, эритроцит, только уже синий, харьковский завод. Вам всем очень понравился красный, вот, пожалуйста, есть у нас и синий вариант. Размер этого кольца меньше, чем был красный, тот был, по-моему, 19, если я не ошибаюсь, этот 17,5, но он не маломерит, поэтому, как вы видите, я умудрилась его даже на средний палец надеть. Вот. Вот такой эритроцитик красивый. С выемкой. Такой впадинкой внутри. Эта впадинка дает очень красивый блеск камням при любом повороте руки. Что у нас пишут? Весит 3.36, размер 17,5, кубический цирконий, покрытие родий. Это кольцо родированное. $35. Привет из Харькова. Дальше мы переходим. Куда мы переходим? А, мы пока никуда не переходим. Я вам еще покажу два изделия харьковского завода, и тогда мы перейдем на четвертый израильский завод, тель-авивский. Итак, второе безумно красивое кольцо с жемчугом. Посмотрите, какая прелесть. Убила меня массивность, количество серебра и размер самого жемчуга. То есть кольцо необычайно
богатая и тяжелая. Ну, мы даже это можем, в общем-то, в бирке увидеть. Размер 18,5, 10,76, общий вес, вставка 2,68, серебро 8,08, кубический цирконий и культивированный жемчуг. Сейчас мы его поближе рассмотрим, где там что. Если, конечно, смогу, да, смогла. Вот, видите, здесь вставки кубических циркониев. Вот они. Тоже так фактурно сделано. И мне очень понравилось. Обычно израильское серебро такое массивное. А тут как бы тоже совершенно не пожалели. Кольцо безумно красивое. Цена его $37. По-моему, это не деньги за такое кольцо, девушки. Девчонки, такие цены не всегда будут. Существует куча вариантов развития событий. Ведь это все переходит через кучу границ, кучу разменных курсов. То есть сегодня это так, а завтра это совсем не так. Поэтому, если что-то вам нравится, лучше, конечно, взять сейчас. Это, кстати, не реклама, это исключительно по ситуации. Просто я знаю, насколько тяжело все это привозится и сколько всяких неприятностей можно получить по дороге. Поэтому цена такая, совершенно не обязательно будет всегда. $37. И мы перейдем к еще одному кольцу с Харьковского завода. Смотрите, на этот раз у нас кольцо вот такое, тоже довольно массивная, интересная форма. Тоже, что называется, не пожалели серебра и куча циркониев, кубических циркониев посередине. Кубический цирконий – это фианит. Вот, смотрите, какое красивое это кольцо. Так, давайте глянем, что нам пишут. Кубический цирконий. Если не... А, оксид, видимо, оксидированное. Название это индиго у этого кольца. 18,5. 6,29 общий вес. То есть оно с одной стороны как без камней, но оно с фианитами. То есть подойдет под любой набор. Так, на этом на сегодня с Харьковом мы закончили. Я тут дышу через раз. А, цена $35, девчонки, это кольцо. Я тут дышу через раз по поводу того, что видео в любой момент может остановиться. И у нас еще три изделия от Тель-Авивского 4-го завода. Так, девушки, во-первых, антистресс, кто хотел. У них там 1 000 000 видов. Они все не дешевые, сразу вам говорю. Но там выбор какой хотите, и с камнями, и с керамикой, и с чем угодно. Но, соответственно, и стоит это определенную сумму денег. Например, это кольцо стоит $73. В него входит серебро оксидированное. Смотрите, тут есть золотая пластина розового золота сверху. И есть золотая пластина посередине. Вот, как вы видите, которая, в общем-то, здесь вот так вот крутится. Спиннер они это называют. И размер маленький. Ну, маленький, опять же. Все относительно меня. Это 17-й. И наверняка он мало мерит. Мне довольно впритык. Он 17,9. Девчонки, это 17 и не больше. Один размер у нас пропадает.
73 доллара. Какая-то ворона тут сидит, каркает под окном. Это на нее Мили нет. Мили бы уже давно ее разъяснила. Хотя как-то что-то они не поладили с вороной. Ворона клюнула ее в лоб. И Мили пришла домой с такой дыркой во лбу. Треугольной. Так, девчонки. У нас кольцо за 87 долларов. Оно не зря столько стоит. Сейчас вам объясню, в чем причина. А причина в том, что это натуральный рубин. Нет, на третий палец она мне не подходит. Вот даже заводская бирочка осталась. Видите? С подписью камня. Вот. Он как бы, я когда это кольцо выбрала, он на меня посмотрел, говорит, смотри, я тебя предупреждаю, оно не дешевое, может быть, вместо него возьмешь там два кольца других подешевле, поскольку, как я вам уже говорила, у меня там и денег не хватило реально. Но я решила, что вот вы любите натуральные камни, и наверняка будет кто-то, кто захочет именно тот факт, что это рубины, это все вставлено вручную. Поэтому, в общем-то, и цена такая. Кольцо очень красивое. Такое многослойное, достойное своей цены, 87 долларов. И сейчас я все-таки промерю. Оно мало мерит. Это 19-й по штангенциркулю, девчонки, это 18-й размер. Действительно красивое кольцо, ничего не могу сказать. И тот факт, что здесь стоят рубины, конечно, удешевить его оно никак не может. Вообще, он мне объяснил, что там, где вот такие мелкие вставки мелких камней, это все не может быть дешево. Это сидит израильский ювелир, и каждый вот этот камушек закрепляет. Поэтому, в общем-то, и конечная цена. Девчонки, это у меня еще дешево. Эти все вещи выставлены в ГРАС по безумным ценам. Так, 87 долларов. И покажу вам последнее изделие. Также, разумеется, 4-го Тель-Авивского завода. Смотрите, что у нас тут есть. А есть у нас кулон. Смотрите, какой интересный кулон. Это граненый лабрадор. Это уже, конечно, не Индия, это Израиль, поэтому камни тут стоят намного дороже. И, в общем-то, изделия из таких крупных камней дешево стоить здесь не будут. Сразу вас предупреждаю. Значит, идет сюда цепь довольно такая плотная. Вот такой красивый. Там было 4 кулона, все 4 были разные. Я просто не знала, что делать, какой выбрать. Чуть ли не дендино. Мне нравилось обрамление в другом кулоне, камень в этом. В общем, короче говоря, я взяла всего один. 72 доллара стоит этот кулон с цепью. Надеюсь, что вам понравится. Все цепи, как правило, стандартный размер. Это 42-43. Можно всегда доставить такую удлинительную цепочку. Вот, девчонки, это 4-й Тель-Авивский завод. Короче говоря, мы успели 4 производителя посмотреть. И телефон еще не умер. Спасибо большое. Вот, я извиняюсь, что я так как бы без настроения, но я просто 20 раз начала видео, 20 раз я его перегружала. Один раз он у меня лежал просто в холодильнике, потом в морозилке он мне 10 минут лежал. Вот, и мне нужно было по времени уложиться. Ко мне должны ребята прийти за комплектом в 6:30. Я рассчитала так, что я спокойненько успею снять видео, и в итоге вот называется... Но, смотрите, слава богу, 20 минут он протянул, и на том спасибо. Вот, девчонки, короче, буду держать вас в курсе о лечении моего телефона.
Все, пока, целую, буду выгружать.